Приветствую гостей и подписчиков моего канала. В сегодняшнем мастер-классе я покажу вам, как вязать шарф-снуд крючком. Для того, чтобы связать данный снуд, необходимо минимум умений – воздушные петли и столбики с накидом. Мы будем использовать простую схему вязания, доступную начинающим вязальщицам. Материалы для вязания. Пряжа – шерсть 100%, 100 грамм – 300 метров. Расход пряжи 2,5 мотка и крючок номер 5. Вязать будем по схеме, приведенной на экране. Я буду вязать белыми нитками Bonbon Ins. Вязать будем в 2 нити. Набираем четное количество петель. Когда связали нужное количество петель, замыкаем нашу цепочку в круг соединительным столбиком. В первую петлю вводим крючок, вытягиваем с нее нить и продеваем через петлю. Две воздушные петли и плюс еще одна петелька, накид, пропускаем одну петлю и в следующую петельку столбик с накидом. Одну воздушную петельку, накид, пропускаем воздушную петлю и в следующую столбик с одним накидом. Воздушная петелька, столбик с накидом через петлю. И так провязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда, и здесь остается одна петелька. Сделали воздушную петлю и соединительную петельку в эту арку. Переходим на середину этой арки. В следующую воздушную петлю делаем соединительную петельку. Две петли на подъем и плюс одна воздушная петелька. Накид. В следующую ячейку, в эту воздушную петлю, делаем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И в эту ячейку, воздушную петельку, делаем столбик с накидом. Одна петелька. Столбик с накидом. Связали до конца ряда и соединяем с первой ячейкой. Переходим на серединку ячейки. Две петли на подъем и плюс одна петелька. И в следующую арку делаем столбик с накидом. Аналогично вяжем снуд необходимой длины. На фото связан снуд 45 сантиметров. В конце аккуратно прячем концы нити при помощи крючка или иглы. И снуд готов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!